Большой привет из Риги. Привет, друзья. Сегодня у нас влог из примерочной. Опять забег по секонд-хендам 3-4-недельный. Возможно, даже больше. Я уже, если честно, запуталась. В этот раз были находки, были разочарования. Вы все увидите. Напоминаю вам, друзья, что вы всегда, зная мои параметры, видя их в описании под роликом, можете представить, как бы эта вещь села на вас. Чем бы вы ее сочетали, что бы вы купили, что бы вы не купили. Получается, что эти ролики как виртуальная примерочная для вас. Конечно, большое спасибо вам за комментарии, за ваше мнение. Мне всегда очень интересно узнать ваше предположение, что же я все-таки купила. Это, знаете, такая как игра, очень веселая. Итак, я приглашаю вас с собой. Пойдемте погуляем, посмотрим выбор в наших магазинах, померяем. Пойдемте поднимать себе настроение. Хочу ответить на часто задаваемый вопрос. А вопрос звучит так. Лена, куда и зачем вам так много одежды? Мне не нужно так много одежды, друзья. До того, как я стала снимать такие ролики, я покупала очень редко вещи. И, в принципе, сейчас я довольствуюсь буквально очень малым количеством вещей. Но в какой-то момент я поняла, что я получаю большое очень удовольствие от процесса. И, знаете, вот, ну, не могу иногда удержаться просто, чтобы не купить. Хотя прекрасно понимаю, что вещь, которую я куплю, покажу вам в своих покупках, ляжет на полку моего шкафа. Кто-то покрутит у виска пальцем, скажет, ну, совсем ради какой-то славы, ради канала пытается таким образом выделиться. Может быть и так, может быть не так, но мне нравится. Вам нравится, значит, будем продолжать. А с большим количеством вещей, наверное, мне надо расслабляться, что я и делаю. Что-то я отдаю в секонд-хенд благотворительный. Пытаюсь снять ролик, продавать. Возможно, кому-то, у кого нет таких секонд-хендов. Как, например, у нас или как у вас, в которых вы тоже находите для себя супер одежду. По небольшим маленьким деньгам. Возможно, это будет продажа вот для тех людей, кому это нужно. В общем, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Зачем мне так много вещей? Вы не поверите, я встретила подписчицу. Вот идет там с собакой. Привет вам. Спасибо большое. Для меня, конечно, вот такие встречи, это очень неожиданно и очень приятно. Спасибо еще раз большое. Тем, кто меня встречает, это происходит все чаще и чаще. У нас город, оказывается, очень маленький. Итак, еще раз повторюсь, идем, друзья, с вами поднимать себе настроение. Мы с вами в Хумане. Как-то вот я решила, что вам тоже показывает то, что я смотрю. Ну, конечно, не все, что могла, поснимала. Так что посмотрите, какой у нас в Хумане выбор. Если есть возможность у меня, то, конечно, я стараюсь бывать в магазинах, секонд-хендах в самые первые дни привоза. На мой взгляд, в последнее время только вот в первые дни можно найти что-то интересное. Хотя, конечно, утверждать не берусь.
взяла в примерочную только две вещи. Вот нашла такую 100% лен на лето. Следующее, что-то такое вот космическое. Мне понравился цвет, модель. И вот как это называется, друзья, скажите мне, пожалуйста. Я даже не знаю, к чему применить, если купить эту вещь. И вот такую тунику. Показываю вам качество, фирму. Мне понравилось, что длинная, что очень длинный рукав. Ну и воротник, конечно, тоже. Вот рукав этот какой-то вот по мне очень-очень классный. Ну, выглядел. Ну и то, что она длинная. В общем-то, все понравилось. Сейчас мы с вами в одном из магазинов сети Киломакс. Напоминаю, что в Киломаксе цены на вес первый день начинается с 35 евро, и за две недели до следующего привоза цена снижается каждый день на 5%. Полная смена экспозиции, полная смена товара происходит каждые две недели. Плюс получается, что раз в неделю у них еще добавляется товар. Вот такую нашла юбку. Мне очень понравился цвет. Из искусственной кожи, юбка с биркой, ну и модель тоже хороша. Нашла вот такую, не знаю, что это, друзья, джемпер, майка, перед кожезаменитель, выбита на груди такой, как орел или птица, рукав и спинка трикотажная, очень-очень понравилось. Ну и вот надела обе эти вещи вместе. Мне так вот подумалось, что искусственная кожа юбки и вот этого джемперочка будет очень хорошо сочетаться. В принципе, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо. Да и, в общем-то, эти две вещи даже отдельно тоже очень хорошо смотрятся. Ну и сразу подумала, что если юбку покупать, то к ней вот посмотреть что-то вверх. Вот такой блузон нашла. В принципе, вместе с юбкой тоже хорошо села. Ну и раздельно тоже хорошо по цвету. Скоро Новый год. Я подумала, что, возможно, мне понадобится вот такая нарядная блузка. Что это? Топ. Ну, вот такая вот вещь. Подумала, что, возможно, мне она пригодится. Ну и вот еще такой темно-синий блузончик. Как вы уже, я думаю, заметили, в этот раз в Киломаксе все вещи, которые я мерила, по-моему, вроде все были абсолютно новые, с бирочками. Вот синяя, она такая очень классическая, но опять короткий рукав. Рукав меня вот короткий все-таки очень смущает. А еще мне очень понравилась вот эта жилетка из искусственного меха. А в сочетании с юбкой, вот она была просто очень даже здоровская, выглядела. Вот она и по размеру мне хорошо, и по длине, и с юбкой хорошо смотрелась. Ну, в общем, посмотрите, друзья.
Снова Киломакс, друзья. Уже через, по-моему, неделю или полторы в другом уже Киломаксе. Вот показываю очень всегда большой выбор в Киломаксе верхней одежды. Большой выбор кардиганов, хорошие качества, хорошие фирмы. Вот посмотрите, пожалуйста. Абгербе корпулентем дамам, то есть одежда больших размеров для больших женщин, начиная с 16 размера, ну иногда до 22, 26 даже иногда можно найти. Вот показываю вам такой выбор. И мужской отдел, друзья, тоже решила вам поснимать, что есть в Киломаксе в мужском отделе. Мужские отделы достаточно небольшие всегда в Киломаксах, но можно что-то всегда интересное найти, хорошего качества, тоже с бирками. Thank you.
Первый день привоза Киломакс нашла вот такое платье, тоже с биркой, цвет не белый, цвет молока. Все понравилось, длина, как села, воротник, цвет. Не понравился рукав в районе там, где отрезной идет, подмышкой, вот где-то так. В этом районе мне не понравилось, как села. Ну и вот еще показываю вам бижутерию, нашла такой смешной кулончик. Вот такая туника, друзья, 100% хлопок. Впереди аппликация, такой, знаете, как вареный джинс. Мне понравилось, на меня село достаточно хорошо, на мой взгляд. Но у меня такого плана уже, похоже, есть. Поэтому я даже и не знаю, нужна она мне была или нет. И еще вот такое очень красивое платье. У него впереди серенькое, а сзади спинка. Очень интересно сделано. На самом деле, очень интересно. Вот посмотрите, там идет отрезное и черное. И еще вот такой кардиган. Но вы знаете, на вешалке он смотрелся как-то очень интересно, очень космически. Но когда я его надела, ну, совсем, ну, просто никак. Хотя модель какая-то очень интересная.